Школы республики готовятся к новому учебному году. В Абызовской школе Вурнарского района к возвращению учеников и к приему первоклассников все готово. Что нового ждет детей в этот раз, узнали наши корреспонденты. В селе Абызово грамоте обучают более 150 лет. В конце 80-х годов 20 века здесь построили новое здание. Почти 30 лет в спортивном зале не было ремонта. В прошлом году по государственной программе на замену окон, пола, спортивного инвентаря были выделены денежные средства. Проверку уроками физкультуры и подвижными играми на переменах зал прошел. В прошлом году нам обустроили новый спортзал. Это очень замечательно. Здесь теперь стало светло, комфортно и очень приятно играть. Особенных учеников после летних каникул ждет приятный сюрприз. В их школе по программе «Доступная среда» появились пандусы, оборудованные туалеты и современная сенсорная комната. Все ребята смогут оценить обновленную столовую. Закупили оборудование, мебель, провели текущий ремонт. Теперь дети будут питаться не только правильно и вкусно, но и чувствовать себя уютно. Те дети, которые посещают у нас школу во время летних каникул, они все восхищаются обновленной столовой. Будущих первоклассников ждет светлый и аккуратный класс, оснащенный ортопедической мебелью. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика. В преддверии нового учебного года Национальное телевидение Чувашии начинает съемки нового телепроекта «Однажды в школе». Каждый желающий любого возраста может рассказать о своем самом ярком школьном воспоминании. Это может быть история об оценках, тетрадках, одноклассниках, учителях. Ваши рассказы будут транслироваться в эфире телеканала целый месяц. Съемка проекта состоится 12 августа в 40-й Чебоксарской школе с 11 часов и до вечера. Запись по телефону 64 10 55.